как они к вам попали? Вы прям были во Франции себе, вот приобрели их на мы барахолке? Мы были во Франции. Очень качественно, красиво так сделано прямо. Орлы против мышей. Вот мышка, которая умвятся дамками. Вот такая мышка-дамка с цирконом на короне. У нас небольшой розыгрыш. Вы получите ценный подарок. Привет, ребята. Я вновь в антикварной лавке на Пушкинской 25. И сегодня хочу тоже небольшой показать вам экскурс. И вот такие здесь выставлены часы. Честно скажу, я не очень моя тема именно часы. Кстати, тут два направления, которые я коллекционирую, которые у меня в коллекции. Это за заслуги я принес специально здесь, потому что есть часовой мастер-эксперт, вот, который может проконсультировать и почистить, я думаю, да, механизм, все-все-все сделать. Вот, одни часики, ну, это которые у меня в коллекции, и вот эти часы сейчас у меня выставлены на аукционе, на Виолете, ссылочка будет в описании. Здесь, кстати, они с довольно редким циферблатом, не так часто, вот в основном молнии вот с таким циферблатом, за заслуги, вот, собственно, это очень-очень серьезная такая награда, такие часы дарились. Но я вижу, что здесь много и других, это все ваши. А можете немножко рассказать, вот какой примерно возраст, да, если это Советский Союз у нас, то вот это часики. Ну, то возраст однозначно больше 100 лет. Тут и Франция, и Англия, и Германия представлены, и Лонжин. Это вот покрытый золотом, да? Это позолоченные, да, есть серебряные, есть в хроме. Они открываются как-то или вот конкретно они эти? Они открываются, ну, сейчас я вам попытаюсь. А, они проворачиваются? Да, прям? Это вот есть, открываются там. А зачем это вот так вот открывается? Обслуживать. Ага, то есть можно прям раскрутить. Конечно, и сзади крышки. И задняя крышка точно так же раскручивается. Угу. Ой. Я тут как раз какие-то видел, которых прям, а вот, вот эти. Сейчас эти положим, прям здесь у нас эти, открывается. Да, они вот несколько крышек, но этот я не буду. Эту... Ох, а, ну видите, вот, ух да, ты, вот. Прям это видно, лонжин, что да. Механизм. Работает механизм. Ага, а сколько примерно вот такие часы стоят? Ну, смотрите, цена зависит... А, это у вас занят. Сейчас отключу. Ага, смотрите, прям вот так у нас механизм. Видно... Угу. Цена зависит от многих факторов, к сожалению. Угу. Кризисы, не кризисы. Человек, а, тут, который... видите, стрелочка отпала. Ну, надо не будет... страшно. Да, ну, я думаю, это все поправляется, потому что больше 100 лет. Это из коллекции, это вытащилось из кейса. Вот я достала первые попавшиеся 7 угу. штук. Их на самом деле больше 100 штук в коллекции. Угу, так они такие вот прям... Вот эта ключевка французская. А как они к вам попали? Вы прям были во Франции себе, вот приобрели их на мы барахолке? Мы были во Франции, мы были в Швейцарии, мы были... Это тоже открывается, в Германии, да, мы были... И везде как это вы, какая история появления? Вот вы сходили там, да, на вот какой-то базар, может быть, посоветуете, есть кто во Франции будет? Если есть интерес и какая-то вещь заинтересует, и мы знаем, что она будет на аукционе, мы идем и торгуемся. Там существуют определенные журналы, которые рассылаются, подписываешься на журналы, рассылаются журналы, угу. Когда будет аукцион, что будет продаваться, от какой аукцион цены. Аукцион офлайн, то есть это вживую или это онлайн? Это вживую, ага. Конечно, вживую. Ух ты, прям вживую аукцион. Я в основном на Виолете участвую в аукционах. Но у нас нет таких, знаю, как это... мы чуть-чуть отстаем, но когда там, возможно... Кстати, в Харькове был такой у нас аукцион, но он как-то так захерел и умер, лет 10 уже не существует. Хозяин этого аукциона, который создал аукцион, умер, а ребенок его не захотел. Ну, не поддержал. Ну, к сожалению, очень часто. Очень много коллекционеров жалуются, что дети не хотят быть их продолжателями. В любых направлениях коллекционеры, в любых. А сколько приблизительно, вот какая ценовая категория там, да, часов? Ой, ну так, чтобы это? Усреднить, от 3000. Вот то есть... этот день-ночь достаточно тоже редкие. Угу. Ну да, я вижу, солнышко тоже. Восходит, и так интересно, здесь, заходит. Смотрите, как показано, тут у нас 4, да? Вот здесь так, четверка, пятерка. Пятерка, а вот четверка, да, по обычными. Ну, вот и смотрите, тоже, тут видите, не совсем стандартно. Обычно заводной ключ стоит на 12, здесь на тройке стоит. И вот такие вот часы еще сейчас ценятся, их переделывают на скелетоны. И очень многие носят. Да, вот одевают на руку скелетоны, делают современные мастера. Такие рукодельники есть, ювелиры у нас. Даже в Харькове есть несколько. Один вообще... Ну, такую вещь просто прикольно даже подержать в руках, насколько вот и красиво, интересно. Ну, вообще часы символическая такая вещь.
особенно бывают наградные, там какие-то пишут послания. Кстати, кто знает что-то. Историю, изобрел часы первые, которые можно было носить за собой, немец. Mm-hmm. Причем он их изобрел в какой-то ночлежке для бедных людей. Вот такой изобретатель он был. Ну, голова работала, mm-hmm, потом сами. Ну, а вообще англичане, конечно, вот эти часы павлин в Эрмитаже, которые находятся, это англичане. Подарки нашим императорам все часовые делали англичане. Вот они потом утеряли это мастерство. Почему-то. А что у вас новенького? Возможно, что-то еще вы принесли, что можно показать? Смотри, может, доска не очень. Вот это да. Подождите. Это еще не что, все. Что это вообще такое? Так, как это? Я вам сейчас, чтобы там было удобнее, как бы рассмотреть, я даже не знаю, куда. Вот сюда, можем. Вот сюда достанешь? Да. Я сюда покажу. На супер эту доску, красивый стол. Ножки бронзовые. Это орлы против мышей. Орлы против мышей. Да, вот смотрите. Я бы ходил орлом играть. Вот орлы против мышей. Вот мышка, которая умка такая играет. Вот такой орел. Потом, когда они становятся дамками, вот такая мышка-дамка с цирконом на короне, и вот такая, вот такой орел тоже с цирконом на короне. Это они серебряные или по нет? По серебрению, это бронза, ага. По серебру. Ну, мне кажется, если бы еще статуэтки были все в серебре, и тут эти все штуки, наверное, у них по цена была бы, ну, конечно, совсем космос. Это по серебрению, это ручная работа, это эксклюзивная. Это вот в Харьков кто-то делает? Это авторская работа, да, вот это второй экземпляр. Он изготовил, первый продал. Такой есть у нас тоже умелец. Они все одинаковые там или все отличаются? Нет, я же вот рассказывала. Дамки. Вот, да, это дамка, это обычная. Как это выглядит? Шашка. Они в каком, давайте вот покажем. Вот они в таком кейсе. Мешочки, они там каждая отдельно? Мешочки, они там, чуть-чуть. Они вот так вот там все аккуратно уложены. Там, в этом кейсе. Вот аккуратно, они тут все живут. Специально придумал, разработал. Ну вот такой художественный был у него. Сколько стоит такой? Они стоят в районе 400 долларов. Угу, тут интересно. Слушайте, и прямо доска такая цельная. Вообще очень круто. И столик мы уже показывали в прошлом выпуске. Если интересно, переходите, посмотрите. Шикарный. Да. Ждет своего хозяина. Что еще можно показать? Интересно. Тут я вижу новые статуэтки. Я казаков уже не у меня регулярно мелькают. Кстати, в выпусках. Я нашла, да. Да, но это сделаны копии вот с тех оригиналов, которые вот эти. А, то есть вот те маленькие. Копии, вот те. А те оригиналы, да. Обалдеть. А это отливались они. Ну тут такой другая подставка такая уже. Угу. Обалдеть. Очень качественно, красиво так сделано прямо. А что это за часики? Они тоже это как-то тут двигаются? Часики в ремонте находятся. Вот тоже, кстати, человек приобрел на аукционе, они рабочими декламировались. На итоге они оказались очень даже нерабочие, очень глубокая тут... Проблема, да? Проблема очень глубокая. Тут корпус перебирать, они кривые, косые, вот по плоскостям. Это головная боль. Этих зайчиков показывали в прошлый раз. Лондонских охотники. Ну круто. Ну что, ребята, как вам часики? Сегодня такая тема часов. Еще какие-то часы у вас есть? А я помню, что где-то здесь у вас небольшая еще подборочка этих разных часиков. Круто. Просто невероятно. Ну что ж, как вам тема часов? И... А вот эти вот часы, да. Я показывала, но я не помню просто. Это тоже изобретение советской инженерии. Ага. День недели. Месяц, я таких и не число, здоровые такие. Вот, энергии они называются. Интересно, экземпляр. В общем-то, аналогов нету. Я, кстати, интересно посмотреть, есть ли такие на Виолете выставлены, да, сейчас. Должны быть, сколько... ну вот они интересные по замыслу. Они не очень должны быть дорогие, я должна их достать. Да. Только довольно тяжело. А, вот у них тут, видите, две ножки есть. Ну да. Сзади вот просто. И кружечка открывается, да? Можете посмотреть, конечно. как она открывается? Ой, сейчас как тут. Наверное, поворачивать надо. Открывается. Опа. Угу. Вот тут батарейка прям такая необычная. Да. И механизм.
Вот все. Интересный Баланти... такой механизм. О, все, тут можно еще много денег спрятать. Возможно, сюда золотые монеты. Деньги лучше, наверное, тут не прятать все-таки. Ну, мне кажется... И, ребята, напишите, какое самое лучшее место, где спрятать деньги дома. Как раз там, в часы, там, куда еще, в какую-то такую вещь, которая не бросается в глаза. Ребят, итак, у нас небольшой розыгрыш. Вы получите ценный подарок, очень интересную книгу, каталог с монетами. Сейчас я покажу дальше. Вам нужно написать, что это такое. Как вы думаете, что это такое и как эта вещь работает? Пишите ваши комментарии, кто напишет более развернутый ответ, какого года хотя бы эта вещь и производство, например, то вы получите приз. Вот такой вот приз. Что это за каталог? В чем его особенность? Это немецкий каталог. Ни особенностей особой в нем нет. Это для вот как раз тех коллекционеров, которые коллекционируют монеты. Вот все об этих монетах. Все страны здесь. Угу. Вот, друзья, так что пишите ответы на вопрос, что же это такое. Вот, пожалуйста, вот. Это... Такой каталог я вам отправлю победителю, тому, кто напишет более развернутый ответ в комментариях. Пишите комментарии. Итак, напишите, какого года эта вещь, что это, и как это работает, для чего. Вот. Ну что, друзья, спасибо, кто посмотрел это видео, ставьте лайки. И если интересно что-то еще, что я показал в этом магазине, пишите в комментариях, расскажем более подробно. Всем пока!